комментариях под моими роликами женщины очень часто мне пишут: «Ты старый и беззубый, как ты вообще можешь рассуждать о женщинах?» Самый главный плюс возраста заключается в том, что человек, который старше вас, видел то, чего вы еще не видели, а поэтому он знает, что будет дальше. Так вот, как человек, который видел то, чего большинство из моих зрителей пока еще не видели, я могу вам сказать: чем больше ты общаешься с женщинами, тем чаще задаешь сам себе вопрос, а стоило ли оно того? Да, у меня было много баб. Да, с ними было весело и прикольно, но объективно то, что я трахнул столько баб, мне абсолютно ничего не дало. При этом я ничего не потерял, возможно, кроме своего времени. Но с другой стороны, а на что бы я потратил то время, которое я тратил на баб? Сделал бы я какое-то великое открытие? Да, конечно, нет. Имело ли смысл вместо того, чтобы жить в свое удовольствие, тратить время на то, чтобы заработать очень много денег? А зачем? Для того, чтобы потратить их потом на какую-то бабу? Так для того, чтобы трахать баб, мне никогда не нужны были деньги, я их всегда трахал бесплатно. Но, как говорится, сытый голодного не разумеет, а поэтому для того, чтобы что-то понять, нужно самому через это пройти. И вот сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что ни о чем не жалею. Потому что если бы всего этого не было в моей жизни, то я бы не стал тем, кто я есть. Но с другой стороны, я могу совершенно однозначно сказать, что все те женщины, которые у меня были, объективно никакой пользы, кроме кратковременного развлечения, мне не принесли. На мой взгляд, мужчине стоит планировать свою жизнь и не поддаваться сиюминутным соблазнам. Я понимаю, что это, конечно, трудно, но с другой стороны, иначе какого-то успеха в жизни достигнуть просто невозможно. Просто потому, что если вы будете тратить все свое время и силы на баб, то у вас не останется ни времени, ни сил на себя.